несогласных. Они что, не знают свобода слова? Байдена дураком называют, и Трампа вообще замордовали, и голос решили. И никто на эту протеста не выносит. Министерство внутренних дел Российской Федерации приняло решение о запрете въезда на территорию России бывшему послу Азербайджана Исфандьеру Вагабзаде на 50 лет. Сегодня принято решение о неразрешении въезда в Российскую Федерацию сроком на 50 лет гражданину Азербайджанской Республики Исфандьеру Вагабзаде, который допустил публичные высказывания в сети интернет, разжигающие межнациональную рознь, говорится в сообщении ведомства. МВД России предупреждает, что иностранные граждане, призывающие к деструктивным действиям в отношении Российской Федерации, ее жителей и соотечественников, проживающих за рубежом, не будут допускаться на территорию страны в связи с тем, что их нахождение в России может угрожать общественному порядку и безопасности. Скандал разгорелся на фоне оскорблений и высказываний российского политика Владимира Жириновского в отношении азербайджанского народа и территориальной целостности Азербайджана, после чего Вагабзаде записал ответное обращение с оскорблением Жириновского и русских. Вследствие этого Владимир Жириновский и журналист Владимир Соловьев обещали Вагабзаде, что тот будет гнить в российской тюрьме. Однако их желанием не суждено исполниться, так как власть России решила вопрос по-другому, и теперь Исфандьер Вагабзаде может спокойно 50 лет оскорблять Жириновского и им подобных, не боясь, что его посадят в российскую тюрьму, так как ближайшие полвека его туда просто не впустят. И этот подонок должен сидеть в России. В российской тюрьме.